Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня у нас очередная распаковка очередной посылки с сайта AliExpress. Здесь студийный штатив для фото и видеосъемки. Давайте соберем и оценим его. Заказ сделал с российского склада. Посылка дошла на четвертый день. Доставка курьерская, SDEC. Упакована вот в такую коробку. Внутри чехол для переноски. Ну, вес, конечно, не маленький, весит 10 килограмм, потому что штатив из нержавеющей стали. Но все равно, зато переносить удобно. С этой ручкой можно даже повесить на плечо. О, на плече даже будет намного удобнее. И не так тяжело. Ну, штатив, конечно, не дешевый. Стоит почти 9 тысяч. 8900, по-моему. Это с российского склада. А из Китая будет больше, чем на 10 тысяч дороже. Вот такая вот ерунда. Мешок для груза, для противовеса, короче говоря. Можно набить песком или еще чем-нибудь. Вот такой мешок. Карманы на молнии. Набиваем грузом и подвешиваем для противовеса. Карабин имеется для подвески. Так, основание ножки штатива. Сейчас мы его соберем. Да, вес, конечно, не маленький, но зато практичный. Штатив, сама стойка выдвижная, телескопическая. Вот что она из себя представляет. Здесь имеется такая обрезиненная ручка, удобная для переноски штатива. Верхняя часть штатива наклонная. Вот здесь имеется резьба, стандартное резьбовое соединение. Можно сюда закрепить. Можно сюда закрепить даже камеру, видеокамеру, видеосвет. С другой стороны тоже стандартное резьбовое соединение. Вот такие крепления. Сейчас мы все это соберем. И мануал. Мануал, конечно, на английском. Но, в принципе, разобраться можно по картинкам. Собирать будем на полу. Друзья, первое действие — нам надо развернуть основание. Все делается автоматически, легко и просто. Вот. Никаких проблем нет. Угол 120 градусов между стойками, тренога. Самое устойчивое положение. Три ноги. Дальше будем сюда устанавливать главную стойку. Вот низ. Откручиваем крепление. И вставляем. Вставляем и затягиваем. Между прочим, вот эта самая верхняя ножка, она регулируется по высоте. Например, можно поставить вот эту сторону на какую-нибудь ступеньку. Ну, сейчас мы сначала соберем. Короче, в сложном состоянии минимальная высота будет 156 сантиметров, когда уже будет все в сборе. А так выдвигается вот таким вот макаром. Как вы видите, в общем, мне тут не хватит просто высоты потолка. Максимальная высота 2,60. Далее на стойку будем устанавливать вот это вот крепление для установки наклонной приспособы. Ослабляем, заворачиваем, все делается легко. Немножко ослабил, чтобы отрегулировать как необходимо. Это также регулируется под любым углом. Далее вот эту сторону ослабляем и будем ставить уже наклонный штатив. Ослабили здесь, далее устанавливаем наклонный элемент. Ну, потом можно подрегулировать выпуск. Сейчас мы закрепим таким вот образом. Сюда уже крепим то, что нам необходимо. Софтбокс, какое-то освещение или камеру. Все, наклоны регулируются как хочешь, как вам необходимо, и выдвигаем на любую длину. Сюда мы еще закрепим еще один такой же элемент для дополнительного оборудования. Все это входит в комплект. Ослабляем вот так вот. Вещь нужная, универсальная.
можем установить сюда любое оборудование. Камеру, свет и так далее. Сейчас мы сюда установим вот этот софтбокс. Короче, крепление, как я уже сказал, универсальное. Можем установить все, что душе угодно. Затягиваем, регулируем. Здесь угол наклона. Но это все потом можно подрегулировать. Выдвигаем на нужную нам высоту. Вот таким макаром. У меня просто тут не хватает высоты. Короче, для фото-видеостудии вещь вообще обалденная. Мне, правда, тут не хватает высоты. И места маловато. Вот. Регулируем освещение, угол наклона. Вот таким вот образом. Как хотите. Очень удобно. Короче, друзья, если что-то здесь тяжелое, зафигачиваем противовес. Вот. На эту штуку. Вот таким вот макаром. Подвесили мешок с песком. Закрепили. Карабин имеется. Или вот так вот. Таким макаром. Все. Можно работать. Сейчас вот установлю на стойку вот этот видеосвет. Для него у меня стойки нет. Свет мощный, со встроенным аккумулятором. Здесь как раз имеется стандартное резьбовое соединение. Здесь также. Софтбокс снимаю. Опущу его немного для удобства монтажа. Это убираю. Противовес не нужен. Пока у меня тяжелого ничего нет. И здесь уже подсоединяю. Можно через переходник. Но я попробую вот таким вот макаром. Лучше, конечно, через переходник, чтобы можно было регулировать. Даже его можно установить сюда дополнительно софтбокс и вот эту приспособу. И регулирую уже хоть так, хоть как. Короче говоря, очень удобно. Выдвигаем на нужную нам высоту и все, работаем. Все отлично работает. Вещь вообще обалденная. Дорогая, но я думаю, она того стоит. Нержавеющая сталь. Не то, что вот эти стойки алюминиевые, легкие. А это профессиональное оборудование, короче говоря. Минимальная высота, как я уже говорил, 155. Вот. Максимальная 2,65, по-моему. Для фото-видеостудии вещь вообще обалденная. Да, пару таких штук, и все будет отлично. Но дорого. Только для профессионала. Для профессионального использования. Можно подвесить дополнительное оборудование. Вот на эту приспособу. Как угодно. Можно тоже отрегулировать. Можно также приспособить и камеру. Свет совместно с камерой будет работать. Так что вещь неплохая. Ссылочку я на этот штатив оставлю вам в описании под видео. Мало ли, может, кому-то и понадобится. Ну, в принципе, на этом все. Буду заканчивать. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал. Кто еще не подписан, буду рад каждому новому подписчику. Всем доброго, до свидания, удачи, пока.